Часто ли мы спрашиваем у своих родных и близких, переживших ту страшную войну, как это было? Задумываемся ли над тем, что испытали наши бабушки и дедушки в те далекие годы? С каждым днем, отделяющим нас от событий Великой Отечественной, живых свидетелей тех страшных лет, увы, становится все меньше. И тем важнее не упустить шанс успеть узнать живую историю из первых уст. Героиня нашей программы Валентина Федоровна Изотова в девичестве Подколзина родилась 20 июля 1938 года. Деревня Городище Советского района Курской области. В этой деревне на нашей стороне было 60 домов, а теперь осталось у нас 1, 2, 3 дома. По меркам тех лет деревня была довольно большой. Здесь выросли ее родители Татьяна и Федор. Клуба не было, на улице были, собирались на улице. Девчонки, ребятишки, ну и вот они познакомились и поженились. До войны в семье родилось двое детей. Старший сын Василий и младшая дочь, которую назвали Валентиной. Отец, Подколзин Федор Тимофеевич, был кузнецом. Мама, Татьяна Тимофеевна, работала в колхозе. Жили небогато. Была глиняная хата. Бывало, пойдет дождик, и все со стенок, все это, как ее, на пол лилось. Тогда в таких условиях жили почти все в их деревне. Это считалось нормой. Пола не было, была земля. По этой земле косили траву и рассыпали, и спали мы на этой траве. Негде было спать, и ребятишки потолще сделает мать траву эту и расстелить. А что там, ни тряпок не было, ну, кое-что кинуть нам. Ну и на полу мы спали. Но тем не менее у ребят было детство. Настоящее, беззаботное, счастливое. Пойдем на речку, искупаемся. Там речка такая у нас. Там ил был, гора вот такая вот. Сядем на заднице. И поэтому илу и до речки катимся. А потом началась война. Отец Валентины практически сразу ушел на фронт. Мама, Татьяна Тимофеевна, осталась с двумя детьми на руках. Через некоторое время Федор Тимофеевич смог послать жене весточку. И каким-то он образом сообщил матери, значит, что я нахожусь в Курске. Ну, что там было? Две картошки она сварила, и кусочек там давали хлеба, пайки были, вот такой кусочек. С этим завернула в тряпочку и пошла с соседкой, пошли пешком на Курск. Дорога в город была не близкой. Точного адреса у них не было. Искали наугад. И вот они подходят. Одни подходят, солдаты там кружочек, другие кружочек. И мать спрашивает: Подколзина Федора Тимофеевича здесь нет? Нет. Подходит дальше. Там спрашивает: нет. Подходит еще кружочек. Да, есть Федор Тимофеевич. Сейчас мы пригласим. Тогда с мужем ей удалось провести не более часа. Трудная это была встреча. Каждый из них не знал, доведется ли им еще свидеться. Они говорили и не могли наговориться, пока не прозвучала команда «по машинам». Погрузили их по машинам, ну и везли. И мать снова пошла пешком до дома. Первые недели и месяцы войны, наверное, были самыми трагичными из-за неизвестности, неожиданности происходящего. Враг наступал. Красная армия оставляла позиции. В один из таких дней матери вновь удалось встретиться с отцом. Они шли, русские солдаты шли, эту деревню шли. И отец забежал на ночь. Ну и у них получилось это моя сестра. Младшая дочь Зоя родилась крохотной. А через некоторое время в село пришли немцы. Заходили они, в сарай заходили и кур снимали. Значит, там забирали, давай то-то, то-то, то-то. Наверное, это очень страшно, когда в твой дом, который всегда казался таким родным и надежным, вдруг приходит враг. С хозяйским чувством роется в сундуках и буфетах, топчет грязными сапогами рушники и не останавливается
ни перед чем. Детей убивали, жгли. Это как у кого под солому было хату, во всех было под солому хату. Кто хороший проходил мимо, а кто агрессивный, поджигали и дальше шли. Мама нашей героини в тот момент не растерялась. Это и спасло жизнь ее детям. Она нас кусты покидала, и немец прошел и ушел, и все. И нас потом она забрала. Оккупанты в деревне не остались. Забрали все, чем можно было поживиться. Сожгли часть хат и сараев. Потом они прошли, начали лететь самолеты немецкие. А я побежала, это как у нас там поле, и не участок, но поле, побежала за травкой какой-нибудь, чтобы съесть, нам есть хотелось. И вдруг летит самолет низко. Я бегу, кричу, не своим голосом кричу: мама. Ну и самолет прилетел. Это был не единственный налет вражеских самолетов на их городище. Мама Валентины Федоровны рассказывала детям после войны, как все происходило. Бомбили по хатам, старались у хату у каждую, а мать отнесла нас за сарай. Положила туда, и вдруг бомба. И когда мать выскочила из хаты, бежит за нами, их вот теперь побили детей. И мы остались живы и здоровы, а бомба пролетела мимо. Увы, в то время так везло не всем. В другой деревне, недалеко, но колхоз один был. Когда они начали бомбить, ребятишки побежали, двое детей, и самолет летел, бомбу бросил, и двух этих девочек разорвало на части. На протяжении почти двух лет Курская область была ареной активных военных действий. Многие районы по несколько раз переходили из рук в руки. Валентина Изотова вспоминает, что рядом с домом в их деревне упал подбитый немецкий самолет. Несмотря на ненависть к врагу, местные жители смогли найти в себе силы обойтись с погибшими летчиками по-человечески. Мы все бегали немецкий самолет смотреть и немецких летчиков. Их прям, значит, подобрали наши колхозники, ну, чтобы трупы не были, и похоронили, и до сих пор у нас там могилки. Летом 1942-го началось новое наступление немецко-фашистских войск. Во второй раз был оккупирован советский район. Вся территория Курской области оказалась захвачена врагами. Карательные функции оккупантам помогала выполнять полиция из числа местного населения. Порой эти предатели Родины были даже более жестоки, чем сами немцы. Вот заходит полицай, лежит вот подушка, кровать железная была с сетками. И полицай заводит немца и говорит, значит, гонит мою маму на работу. А раньше поля пахали на коровах, на своих. А немец говорит, взял его вот так вот за грудки и говорит, у нее киндер маленький, и взял и выгнал из хаты его. Какой-то попался хороший этот немец. Но тем не менее подобные случаи скорее исключение из правил. На оккупированной территории местным жителям жилось несладко. Продуктовых запасов практически не осталось. Нечем было кормить детей. Ничего не было, картошек не было, голод был. Наберем травы, пупыря там еще какая-нибудь, разложим тряпочку, порежем. Это у нас был обед или завтрак. Наиболее тяжелые бои на территории Курской области были при освобождении ее от врага. Местные жители пытались уцелеть в этой кровавой мясорубке. Кто убежал в лес, там посадка была, кто на речку бежал, кто где прятался. И потом, когда немцы прошли, все начали люди сходиться в свои хаты. 4 февраля 1943 года наши войска полностью освободили советский район от немецко-фашистской оккупации. Их отец был жив, героически воевал. Из архивных документов. От имени Президиума Верховного Совета СССР наградить медалью за боевые заслуги стрелка первой степени рядового Подколзина Федора Тимофеевича. 12 января 1945 года из своего автомата он уничтожил в бою 12 гитлеровских солдат, за что был награжден орденом Красной Звезды. Дома его очень ждали. У нас иконка была маленькая. Мы становились все трое, даже двое. Мать впереди, потом брат и я. Становились на коленки и молились Богу за отца, чтобы он вернулся с фронта.
9 мая 1945 года. Великая для нашей страны дата. День Победы, положивший конец страшной и кровавой войне. Победа, ради которой пожертвовали своей жизни почти 7 миллионов советских солдат и офицеров. Не все односельчане вернулись с фронта. У нас в деревне очень много было ребят, которым было по 17-18 лет, и ни один не пришел. Отец девочки вернулся через несколько месяцев после окончания Великой Отечественной. В семье до сих пор бережно хранится великая реликвия – благодарственное письмо, выданное ему при демобилизации в октябре 1945-го. Дорогой товарищ Подколзин Федор Тимофеевич, Военный совет армии благодарит вас за верную боевую службу Советскому Союзу и выражает уверенность в том, что и на фронте мирного труда вы также проявите дисциплину, организованность, доблесть и геройство для дальнейшего роста и процветания нашей Родины. После демобилизации Федор Тимофеевич вернулся к своей довоенной профессии. Пошел работать потом кузнецом. Ну и там работал кузнецом, за 3 километра ходил пешком. Через некоторое время наша героиня пошла в школу. 4 класса я закончила в нашей школе. Потом я пошла в другую школу за 3 или 4 километра. Там я закончила 8 классов. Потом я пошла в Грязное, где 10-летка была. После окончания школы Валентина устроилась работать на почту телефонисткой и вскоре вышла замуж. В семье мужа тоже был фронтовик, отец Виктора, Изотов Афанасий Платонович. Он воевал, попал в плен и был отправлен в Германию. Через много лет после войны рассказывала внуку свою историю. Подходили машины, не фуры, а вот такие вот большие машины, нас посажали в эти машины и отвезли в Германию. В Германии он, вот я попал к хозяину, значит, был хозяин очень хороший. Я хоть с утра до вечера то дрова колол, то воду носил, ну, в общем, был рабом. Ну, не обижал он меня. А каких там еще были вот наши, тех убивали и гоняли, и палками били, и кнутами били, и забивали насмерть. После освобождения из плена, пройдя фильтрацию, он вернулся домой на родину. К 40-летию Победы в 1985 году Афанасий Платонович был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Сама Валентина Федоровна давно на пенсии. В последние годы живет в родной деревне. Говорит, там ей хорошо и спокойно. 8 часов встаю, одеваюсь, открываю кур. Курочкам сыплю зерно, наливаю тепленькой водички, сама захожу в хату, плитку чищу, набираю дров, разжигаю плитку, кашки сварю, или супчику, или борща, или там капусты потушу. На зиму сын забрал ее домой, в Курск. Но женщина с нетерпением ждет весны, когда снова вернется в отчий дом.